А вы все лето проводили, сейчас лето, мы про лето тоже поговорим, вы все лето проводили в деревне где-то, напомните мне. Это деревня сибирская, называется курорт озера Карачи. Угу. Знаменитое место с минеральными водами и с соленым озером, где все лечатся, там грязевые ванны, там курорт. В советское время был очень крутой. Вот, там я проводила каждое лето, потому что мой папа родился там. Когда вы там последний раз были? Ой, лет 8 назад. Не тянет? Я боюсь, я приеду и просто останусь там жить. Да? Там очень хорошо. Ага. Это воспоминания о самых лучших годах жизни. Это как рай. Когда тебе плохо, закрываешь глаза и вспоминаешь, как ты там в огороде бегал и купался в бочке, там, например, с водой или... Яблоки воровал. Ну, то есть такие воспоминания красивые. Лето, свобода, деревня Сибирь, все там, такие просторы, поля. Сразу настроение повышается, такое место. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».